Я не знаю, по какой причине вы не живете вместе. Я не знаю, почему мужчина сегодня делает крупные покупки и не задумывается о том, что у него есть ребенок. Может быть, мужчина молод, вообще не соображает, что у него дети будут и что с ними делать потом. Может быть, он только сам начал жить и пока заботится о себе. Может быть, такое тоже может быть. Мне сложно ответить на этот вопрос. Что тут делать? Пока об этом не думать, а думать о ребенке. Все. Сейчас пока надо думать об этом. И не думать о том, как изменить мужа или как изменить ситуацию. Пока только так.